Доброго всем времени суток, с вами Тексер, и у нас недавно вышедшая игрушка Zone Piercer. Это, кто не знает, игра слов. Выходил в том году, а потом, об этом, по-моему, даже перезапуск у него был, фильм Snowpiercer, про пронзающий лед или пронзающий снег, как у нас его перевели в локализации, про постапокалиптический поезд с вечным двигателем, ломящийся сквозь льды по некоему кольцевому маршруту. Ну, такой фильм на раз посмотреть, но тут вот зомпирсинг, то есть поезд, ломящийся сквозь зомби. Вы же любите поезда? И, наверное, вы любите мочить зомби. Ну, вот тут все в одном флаконе. Поехали. Игрушка стоит в Стиме 400 рублей, вышла, ну, где-то в пределах 2 недель назад. Как-то так. То есть, сказать, что совсем новинка, да. Сраный доступ, как обычно. Не скажу, что это что это жесткий выживач. Ну, и графика довольно мультяшная. Но вот это сочетание зомбака с поездами, ну, мне понравилось. 2035 год. 9 месяцев прошло после первых сообщений об инфекции. Большие города, жители больших городов были заражены в короткое время. Часть из них сумела найти путь наружу в леса или в малоизвестные маленькие поселения и окопалась там. Первые зараженные... В общем, имели мало информации и разбегались, разнося инфекцию. Продукты и другие ресурсы быстро подошли к концу. Те, кто выжил, организовали рейды в города за едой и технологиями. Это было опасное, но выгодное занятие. Маленькие группы рейдеров начали перестраивать поселения и оборудовать их для добычи ресурсов. Некоторые группы очень быстро использовали имеющиеся железнодорожные сообщения для доставки ресурсов в новые поселения. В общем, с обратной торговлей. Много молодых людей попытали удачу, работая в одной из таких групп. Неделю назад я поступил в одну из таких групп в нашем регионе. Жизнь, казалось, пошла к лучшему до сегодняшнего утра. Вот как-то так. Так. Что у меня есть? Бэкпак, ничего у меня нету. Мультяк, как я и говорил. Ничего нет. Пошли отсюда. Что это за звук? Сирены? Блин, а тут я не знаю, что это такое. Ну чё, всё? Больше не буду говорить, ладно. Погнали. Так, чё? О-о-о-о! Вот это вот 5 FPS. Народ, у вас оптимизации вообще никак. Хай. Так. 6 FPS. Это очень странный доступ. Это пипец какой странный доступ. FPS, это пипец. Все, 30 нормально. Ну, 27-30, вот так будет. Так. Так, я должен взять мои ботинки, рюкзак, найти какое-нибудь оружие, я понял. Проблема в том, что ты спишь в комнате, где у тебя нет ни ботинок, ни рюкзака. О, оружие. Бэкпак. Так, секундочку. А как взять в руки? F-Equipment. Direction.
А тут нету. И куда? В руки? Куда вообще? Куда? Вот этот непонятный какой-то пакет. Каска. Как оружие-то в руки взять? Они все ближе. Да серьезно? Как мне в руки оружие взять? Релодинг, нет? Ладно, продолжаем. Ну, возможно, первый раз я сольюсь, потому что с управлением просто жопа. Да тут нет, чтобы все взять одним нажатием. Баблища, патроны, пойдем. Так, пытаемся одеться. А рюкзак, здорово. Каски нет, ботинки. Есть. Возьми ты дубину, хоть куда. Он взял дубину. Куда-нибудь. Он выбросил дубину, козел. Я не знаю, как в руки взять дубину. В общем, проблема. Че, все битое-то? А, вот. Бросим. Ну-ка. Да. Работает. Если джип подержать, откроется все. Нет, у тебя нижний ящик есть? Нет, ты нижний ящик. Ты неправильная тумбочка. Так, я увидел. Ну все, зомбаки. Выходи по одному. Паника, паника. А на улице солнышко. И ну с графикой, да? Это Unity. Но с такими требованиями. Я не прорвусь через все это к машине. К машинам. Не прорвешься, бывает. Рычаг, блин, рычаг. Вон ходит собака страшная. Ну я пока безопасности, я понимаю. Нормально. Прыгалка. Возможно, мне прыгалка будет нужна. Это выход. Не спешим. Тут еще полно всякого. Там много. Забираем. Я не знаю, как у меня с грузоподъемностью. Порычите, порычите. Скажите, вот дверь умеете открывать. Кстати, может, и умею. Так. Нет. Везде работают только верхние ящики. То есть тумбочки это все. Такое себе. Я пока просто беру, разбираться буду в безопасном месте. Вы же помните, нам обещали поезд. А поезд нам обещали с апгрейдом. То есть я могу там что-то делать. Серьезно, вы батончики храните в холодильнике? Так, вот это дверь в комнату или это выход на улицу? Умывальничек еще один. Клозет. За зеркалом тут ничего нет. Понятно. Ну, я бы вышел через дверь, через заднюю. Карта есть? Карта нет. Ну, по М, по крайней мере, ничего нет. К машинам мы прорываться не будем. Дома горят.
заправочная станция, машины горят. Зомбаки ходят. Давайте с другой стороны попробуем. Красца. Бежать, понял. Ну вот, более-менее с управлением понятно. И как-то по одному надо повыдергать. Так, на улице карта не все равно не работает. Это я по наглости, да? Так, в пакетах не могу рыться. И в мусорках тоже не во всех. Ну, я не буду нарываться. Я постараюсь не нарываться, ладно, не буду, это слишком громко сказано. Лазить мы не могем. Но вот один зомбак у нас на пути. Меня нету. Я. Ну, я не могу без лута, понимаете, да? Я не знаю, зачем мне это будет нужно, но это будет нужно. И меня задушат жаба, если я это сейчас не возьму. А вот ящик оружия. А зомби глухие. Не очень глухие, да? Так, если они прыгают, то, возможно, вот там можно вылезти. Если я умею прыгать, если меня опять никогда не поймут, кого инвалида... который может переходить, не, ну бегать-то может, совсем не значит. Отлично, пошли. Зомбак, он так и с той мордой видит на стену. Ну я, конечно, прыгать. Стоп. Не, я не могу прыгать. Давайте для верности посмотрим, но, по-моему, я прыгать не могу. Бежать. Красца. Рывок, по-моему, да, баланс, рывок. Нет, джамп. Нету. Остается долго и нудно ходить. Открыта консервная банка. Контейнера я не лутаю. Тут никого нет. Никого. Видимо, тот зомби намекает, что мне нужно идти наверх. Преследуете, что ли? Ой, блин. Фу! Это был почти скример. Так, а где моя дубина? Ага, получи. Все. Это было неожиданно. А тут так и стоит. Фу! Не люблю скримеры. Ну, так получилось, что скример. Так, дубинку потрепали. Никого, никого. Давайте чуть тормознемся тут. Чувак, нас чуть не убили. Так, что у нас есть? Пейнкиллер. Давай попробуем. Пошел что? Да идите вы в сраку. Ну туда я дорогу расчистил. Надо ли мне туда, черт его знает. Никого. Но они меня не видят. Вроде как. Коробочка не юзабельна. Да идите в пень, сволочи. Зайки с вами станет. Я-то немножко полутаюсь.
Так, ну сами понимаете, стоянка не про меня, я туда не пойду. Не, теоретически их можно всех выстрелить. О, неплохо. Тем более у меня где-то там гранаты были. Так, секундочку. Гранат. Что еще полезного было? Аптечку. Ну, ладно. Меня глаза не обманывают. Это Хайнц. Пастор Хайнц. Вкусная штука. Умеют делать, черт возьми. Жалко, у них с мексиканским этим соусом чили больше не делается. Было бы здорово. Ах, но почему-то убрали из линейки. А так хорошо с бекончиком, наверное, не было. Так. О, зомби, привет. А, по лапам загребущим. Слушайте, тут плоском будто хреновый. Ну не то, в смысле, что хреново сделан, в том, что мне лучше у него не лезть. Давайте еще съедим колесико. Я так понимаю, аптечка для более суровых моментов. Слушайте, а вот тут пш-пш, это ж паровоз. Это реально паровоз. Так, мне вниз. Намекаю. Нет, не паровоз, он дизельный. Ну, просто по названию понятно, что мне нужен поезд. Да, раз железка, значит поезд. Значит, какой-то зомби тут башкой долбится. Давай, ладно. Да что ж мы обмениваемся-то? Мы обмениваемся ударами, а это неправильно. Должна быть игра в одни ворота. Меня сейчас за жопу не схватили. Идешь, да? Ну я понял, да. Давай! Так, по-моему, проще. Так, люк. Люк не юзабельный. Ага, ну долбись пока. Я пойду что-нибудь полутаю. Раз уж я тут лазю. Раз уж я бился с этим зомби как лев, я что-нибудь залутаю. Слышь, слышу. Где? Нигде. Нервненько, я бы сказал. Что это? А, убрать оружие, чтобы поднять бочку. Я понимаю, мне тут надо будет корабль. Фу, корабль. Поезд заправлять придется. Ладно. Надеюсь, я уже... Угу. Так. Не подходи пока ко мне. Вопрос, ты мне нужен, зомби? Блин, ну как так, я с дубиной, а он с рукой. Ну так уже лучше пошло. Я так понимаю, у меня вес кончился, да? Да, 30-30. Ладно. Время идти в поезд. А гранат я приберегу. Ну, еще не все так хреново, что гранаты брать. Ох-ох-ох. Давайте. Он очень тупой. Натуральный зомби.
Никого. А, я ничего не могу брать. И чего? Что у нас тут? Рация. Ящиков нет. Что это? Молоток. Я пока ничего не могу брать. Хорошо, буду знать. Ага. Ну что, какой-то стол лежит и молоток. Это реверсор. Тормоза. Газ. Так, скорость. Ни хрена не вижу. Давайте попробуем графику сделать получше. Very high. Так. Понятнее не стало. Это похоже давление. Это тоже давление. А где указатель топлива? Зато указатель FPS есть. Так, что там, медиум был, да? Блин, разработчики, когда вы научитесь делать игры сразу нормально, а? Не ходи по железнодорожным путям, опасно для жизни. Это опять ты, да. Понял. Но тут больше ничего нету. Ну, дорога нам открыта. Что это? А, фуил танк. Мало. Ну, я, может, и жадный гном, но я бы хотел что-то сделать такое. Что у нас тут есть? У нас есть два вагона, пустых совершенно. Я бы хотел что-нибудь залутать. Понятно. Куда я могу все выложить? Наверное, я могу выложить в ящик в поезде и сходить за бочками заправить поезд. Я думаю, это было бы хорошо. Так, мне кажется, сюда зомбаки. Ну ладно, может, залезу. Поэтому не будем. О, слез, молодца. То есть лезть я могу просто так. Без кнопки. Окей. Выкладываем. Ну, ресурсы точно. Скраб полимеры. Бабло. Бандаж. Кто идет, да? Кого? А вот верстачок я себе возьму сейчас. Могу, да. Да порычите вы мне тут. У вас мозгов не хватит в поезд забраться. Правда? Правда. Так, ладно. Что мы с этим сделаем? Наверное, вот сюда, да? А дальше-то чё? А, ну видимо, у него что-то надо там складывать. Ладно. Пойдем немножко заправим поезд. Где-то там долбится. Сказал он и пошел лутать дальше. Не, ну серьезно, если я тут не полутаю, мне, наверное, будет печально. Опять выглянем туда. Козлина идет, ладно. С одним я справлюсь. Тихо-тихо-тихо, ты где? А, с забором ходит. Бочку. Пошли за бочки. А, вот бочка. Ну давай, пробуем. Что с ней делать, я не знаю. Попробуем. Они разные. Тут часть зеленая, часть. Не зеленая.
Просто никакого обучения в игре нет, ничего. Но если я могу носить бочки, значит они нужны. С чем эти бочки, хрен его знает. Вот это что за бочки, непонятно. А там были бочки другие, по виду. Так, пробежимся. Вот. Я взял зеленые, а вот эти вот с топливом, похоже. Если это с топливом, я хочу их все затащить себе. Потому что бак у поезда почти пустой. Странно, что там в зеленых бочках? Еще там лестница меня интригует. Но я не могу заправлять. Я не знаю как. Давайте с другой стороны подойдем. Блин, там зомбак ходил. Так, это забраться. Вот. Refill here. И как? А я его рефуил или нет? Мистика. Вот теперь это пустая бочка, или я ее заюзал? Ладно. Давайте еще принесу. Или заправляться можно только с цистерн. А бочки такой себе. Ничего пока не понятно. Слушай, тут еда есть, вода есть. Я тут сразу не обратил внимания, тут поспать тоже надо. Не так просто. Вот эта бочка пустая или полная? Я несу. Ни о чем не говорит менюшка. А я бежать с бочки не могу. Могу только медленно и печально ходить. Так, ладно, пока сойдет. Две бочки, я думаю, достаточно много. Пойдем посмотрим, что там. Может, это бучалка есть, я не знаю даже. Эти вагоны не открываются, а я бы взял с собой. Так, дубина в руки. Так, тут ломятся у двери, я их не пущу. Что у нас сверху? А ничего. Окно, понятно. Так, что бы я еще сделал? Я, пожалуй, схожу еще посмотреть, что у нас с цистернами слева. Так, я вижу, что у меня топливо кончается. Ой, топливо. Все, все мысли о топливе. Что у меня кончаются выносливости. Пойдем посмотрим. О, а тут тихо. Так. Highly flammable. Бочки есть? Ты чё, одичал? Здоровый-то какой. Ты чёрт с рогами. Хрен носи. Вот это печально. Так, сотку хилит, не надо. 120 секунд регенерации берем. Вот это да, здоров. Он уже бегает, и он бьет больно. Так, там обычный. Ну, обычно я надеюсь, шатаю. Я просто думаю, еще что-нибудь упереть. Стоп, это выход на ту же площадку. Ну, я, возможно, пожалею, но я лучше уеду отсюда. Эть, что там было? Ничего не было. Давайте тогда еще цистерночку, бутылочку, баночку. И поедем. Силы кончились, а вода кончилась. Вода кончилась. Нормально. Вода, еда, выживалка. Хоть какой бы туториал был, а? Ну, просто вот бочки зеленые, бочки огнеопасные.
Может быть, зеленые вообще бесполезны, но они закрыты. Я их могу носить. А еще ржавые, рыжие есть. Или они все равноценные? Тайна. Я что-то не заправил. Вот никак. Я бочку туда принес, но толку. Ой, не знаю, ну ладно. Я думаю, вот мне трех бочек хватит на что-нибудь. Ну, по идее, так, бочка, да, 200 литров. Ну, хотя тепловоз жрет, конечно, хорошо. Ладно. Главное начать, а там разберемся. А, с бочку прошел. Отдай бочку. Вот так. Так, еще момент. Мне он просто интересно. Чёрта с два. А дальше чё? А, молоток, наверное. Мне пока зомбаки вообще ничем не вредят, на самом деле. Не на них. Глубоко, пофигу. Возможно, молотком надо. Забавно. Но он уже... А, он уже готов мне его тут прикладить на место. И вот я могу всякое разное делать. Кровать, допустим. Вот он апгрейд. Отлично. У меня теперь есть кровать. Что там, не зомби? Ну, кровать у нас будет прямо тут где-нибудь при входе, наверное, да? Или где-нибудь сзади, да, где-нибудь сзади. Сейчас у нас такая крафтильня получилась. Кровать будет сзади. А что, уход нельзя? А, так. Ну, тут имеет смысл, может, задержаться тогда. Так, все, поспать могу. Поспать могу, поесть могу, попить могу. Ночь наступила. Давайте поедем. Вот так подумать-то, если, да? Форвард, да. Z. Деактивейт. Хорошо. Q и Z. Пошли. Прощайте, зомби. Не лучше время я выбрал ночью ездить, да? Level up. Но гнать не будем. Хотя на таких скоростях. Блин, сейчас свалюсь еще. Я вот так встану. Так, ну, зомбаков хватает. Они тут под деревьями стоят, я вижу. Дома горят. Куда мы едем? Не знаю. Это неизвестно. А я бы где-нибудь в чистом поле остановился и попытался заправить наш поезд. Потому что вот так не подготовлен. Смотри, тут много зомби в поле. Я минимум трое и четвертый там чуть дальше. Да, обломись. Thank you.
Тут они кончились вроде, да? Давайте попробуем тормознуть. Поспать. Остановиться, поспать. Потому что, ну блин, темно. Остановились, остановились. Фонаря у меня нет, я так понимаю. Может, как-то найду. Ну что ж, из городка мы свалили. И это прекрасно. Так, я двери закрою все. Интересно, а можно еще вагон нацеплять? Было бы здорово. Так, надо было поесть. А, у меня есть. У меня есть что поесть. Так. Давай, жрём. Пятнашка голода. Мало. Устроим тогда себе хороший завтрак. А что у нас написано? 50%. Что 50%? Вот это сон выше. Тридцаточка. Жрём. Голод 20. Жрём. Глупо возить с собой то, чего можно возить в желудке. Правильно? Правильно. Все должно быть полно. Ну или около того. Норм. Пьем. А что такое? Бандаж, понятно. Тридцатка. Давай еще тогда. А это все еда. Слушай, с водой что-то надо будет делать. Все, воды больше нет. Что теперь? Теперь спать. Через сколько часов? А сейчас сколько? Ну, давайте 8 часов. Я не знаю, до скольких тут ночь просто длится. Увы, полны энергии. Энергии-то я полон. На улице темно. А, все, я выспался, елки. А тут есть свет. Да. Ну ладно. И это по такой темноте попробую за кадром разобраться, как заправлять поезд. А на этом пока все. Пишите, что вы думаете про эту игру. Пишите, стоит ли ее проходить дальше. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. В общем, больше активности и все такое. Всего хорошего и до новых встреч.